Не, зачем? Это приварили сюда. Просто вот эти приварили. Да, давай, Серега, рассказывай. Ты рассказывай, как ты модернизировал свой автомобиль чуть-чуть. В каком банке пакет оформлял? Вот сделали небольшой тюнинг УАЗику, чтобы он лучше ехал. Пока еще чистый. Пока еще тюнинг чистый. Вот в этом. Ну-ка, подойди. Рука. Вот такие маленькие колесики. Да, подойди-ка. Постой. Мы сейчас измерим. Да и кто, выше колесо или ты? Ты только сильно его не трогай, а то он грязный. Слушай, ну скоро перерастешь уже. Еще немного осталось. Никитос! Хантер-то ездил, у него свечи-то сбоку стоят. Можно на дисках ездить, такие большие колеса. Саня, как-то так вообще бы. Я не знаю. Как-то так вот здесь. Не застрял. Выехали. Ну то есть завтра можно ехать, да? Ну как бы да, видимо. Если вы не хотите пропустить то, что будет завтра. Как мы будем пользоваться веревочкой, да. То мы обязаны завтра. Не, вы обязаны подписаться просто. Подписаться на наш канал, да. Веревочка, УАЗик и четыре веселых парня. Три. Втроем поедем, втроем. Три. И три веревочки. Да, но по-другому как-то, я не знаю, есть смысл ходить. Вот я думаю, туда будет тяжело выходить. Туда. Вот сейчас вот, если бы было светлее, записывай. Вот сейчас было бы светлее, если реально, я бы не поленился, спустил колеса и поехал. Но я этого сегодня делать не буду. В следующий раз, Серега, когда поедешь в воду, ты Серега, должен взять меня. Понимаешь, да? Нифига себе. Он что, ночью так снимает и как вот так будет показывать примерно? Ну, смотри. Ты смотри, что тут. Болото жарит.